Напомню, что в соответствии с Конституцией Республики Башкортостан, Государственное собрание Курултай Республики Башкортостан следующего созыва будет сформироваться из 110 депутатов, половина которых избирается по одномандатным избирательным округам, другая половина по партийным спискам кандидатов по единому избирательному округу, территорию которой является территорией республики. Выборы 8 сентября 2013 года будут проходить в условиях измененного законодательства. Как известно, впервые они проводятся во второе воскресенье сентября в условиях многопартийности. По состоянию на 17 июня в Российской Федерации зарегистрировано 70 политических партий. Из них 53 имеют право участвовать в выборах. На территории Республики Башкортостан зарегистрировано 41 региональное отделение, 38 из которых имеют право участвовать в выборах.